В Тверской городской думе прошла пресс-конференция по итогам прошедшего единого дня голосования. Председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев и депутат городской думы Илья Холодов дали оценку прошедшим выборам. Подробнее в нашем следующем материале. В Тверской области жители выбрали депутатов законодательного собрания. Также проходили выборы депутатов в органы местного самоуправления. Во время пресс-конференции представители партии «Единая Россия» поблагодарили граждан за участие в выборах. Явка в этом году составила более 27%. Отдельно хотел поблагодарить тех жителей Тверской области, которые в очередной раз поддержали партию «Единая Россия» на выборах в городские думы, в районные собрания и в Совет депутатов городских и сельских поселений. Там более 25%, это явка, мы считаем, очень неплохая для Тверской области. И, в общем, результатами этих выборов мы довольны. По итогам прошедших выборов наибольшее число голосов у «Единой России». Как отметил Илья Холодов, депутат городской думы, что существующая критика со стороны позволяет оставаться в тонусе и работать на благо жителей региона. Та кадровая работа, которую мы ведем в региональном отделении, она связана, конечно, с предварительным партийным голосованием. Выборы для нас были той точкой, когда мы смотрим, что у нас получается, что у нас нет, и дальше вместе работаем на благо населения Тверской. В поддержку единороссов активно отдавали свои голоса сразу несколько муниципальных образований. Как прокомментировал Сергей Голубев, это связано с кадровым потенциалом и активно прошедшей предвыборной кампанией. У нас очень хороший кадровый потенциал. У нас, вот Илья Александрович о праймерис говорил, во многих муниципальных образованиях праймерис прошли очень активно. Однако это не последние выборы в Тверской области. 20 октября они состоятся в Думу Андреапольского и Весьегонского муниципальных округов.